Всем доброго времени суток. Вы на канале Дача Лайф. И сегодня на повестке дня у нас вопрос изменения кислотности почвы или, как говорится, водородного потенциала. Я измеряю кислотность вот таким вот приборчиком. Ближе покажу. Вот такой вот приборчик у нас. Здесь есть шкала, в общем-то, кислотность. Есть вот такие вот две контактные площадки, которые перед использованием зачищаются наждачной бумагой. Вместо измерения непосредственно на почву выливается ведро воды. И примерно через минут 20 можно измерять. То есть прибор вкручивается в почву. В общем-то, в течение какой-то там минуты он, стрелочка показывает на, в общем-то, показания содержание ионов водорода. Вот на обратной стороне у нас здесь есть именно по этому прибору, что у нас как обозначается. То есть 3-4,5 сильная кислая среда, 4-5 кислая, 5-5-6,5 кислая, слабокислая, 6-8 слабокислая щелочная и от 7 до 7,5 нейтральная слабощелочная. В общем-то, тут как бы сейчас вам покажу, как им пользоваться. Кислотность определять надо, поскольку, допустим, для голубики почва должна быть очень кислой, для косточковых, скажем так, слабощелочной, либо щелочной. Поэтому ее контролировать надо. Контролируя кислотность, мы можем как-то соображать уже, либо мы известкуем почву, либо мы добавляем кислоты в отношении голубики, либо там подкармливаем его соответствующим удобрением. Сейчас мы пойдем к голубике и к персику и попробуем испытать этот прибор. В общем-то, что он нам покажет. Ну, данный прибор приобретен уже очень давно, я им пользуюсь больше 20 лет, даже, наверное, еще больше, потому что приобретен он еще в Советском Союзе. Но в магазинах сейчас аналогичные товары, в общем-то, есть. Поэтому есть смысл их приобретать и применять. Итак, идем на огород. Ну вот мы пришли у нас, где растет голубика. Вот она огорожена. Она перезимовала. По инструкции предварительно смочили водичкой, чтобы все было. И вставляем наш приборчик. Вставляем и ждем. Видим, стрелочка у нас начинает медленно опускаться. И вот она у нас уже, можно сказать, и застряла. На отметке 6,5. 6,5 это у нас слабокислая среда. На голубике у нас надо намного кислее. Хотя бы 4-5. Значит, голубику сейчас мы весной будем вносить соответствующее удобрение. Скорее всего, это будет сернокислый аммоний и, возможно, какой-то кислотой подкислим. Сейчас мы его немножечко промоем водичкой. Ладно, не буду это снимать. Вот сейчас мы идем к персику. Вот это у нас такой молоденький персик растет. Вот уже показать почечки готовятся. Очень много будет цветочков в этом году. Главное, чтобы ни погода не подвела, не было заморозков. Как известно, почва косточковым. Нам такая почва, как для голубики, конечно же, не нужна. Да? И что мы видим? Наш приборчик сразу же показал полный зашкал. У нас щелочная среда, как она и требуется, в общем-то, всем косточковым. Поэтому приборчик работает и очень сильно помогает. Непосредственно под каждым растением можно измерить кислотность и регулировать внесение извести, удобрений, либо наоборот кислоты, в зависимости от того, что нам надо растениям. Поэтому, кому интересно, приобретайте. Должны быть в садовых магазинах. Подписываемся, ставим лайки. До новых встреч!